С вами следующий этап ралли-марафона. Мы на финише очередного спецучастка, предпоследнего, кстати говоря, на этом шелковом пути. Ну и, собственно, сейчас где-то вот на границе Волгоградской и Липецкой областей мы находимся. Сегодня именно здесь будет у нас финишировать спецучасток, вот флаги. Ну а с той стороны, посмотрите, какие великолепные пейзажи. Только что завершился его спецучасток. Ну и, соответственно, посмотрите, как все, в каком состоянии машина. Очень много грязи.
с вами находимся на финише спецучастка. Ну и вот сейчас мы с вами видели, да, где финишируют автомобили, что здесь очень много грязи, что здесь такая достаточно сложная трасса. Все об этом говорят, все те, кто уже приехал. Ну и ждем финиша очередного участника. Там, говорят, много поломавшихся, но тем не менее. Что-то пошло не так. Скорее всего, коробка не может, наверное,
такой буксир. Мы с вами сейчас видели два француза, помогали друг другу на трассе под Волгоградом. Один тащит другого. Часть машин этих, которые участвуют в чемпионате России. Чемпионат России, как мы знаем, поехал вместе с нами от Астрахани до Москвы. Здесь Нивы, УАЗы, тоже есть самые разнообразные багги. В общем, друзья, вот так выглядит паддок здесь, на Красной площади. Ну, паддоком это сложно назвать, но тем не менее. Мы действительно завершили шелковый путь. Вот и китайская команда с газом вместе. Китайцы выиграли в категории Т2 после схода Анастасии Нифонтовой. Вот наши друзья из Владивостока, которые добрались тоже, и добрались хорошо. Машина Акиры Миуры, машина Гарри Ханта, ну и мини уже поехали туда на пьедестал. Постепенно. Езид Аль-Раджи будет первым сегодня. Грузовика Рено Мартина Ванденбринка. Ну, это шутка, конечно, но тем не менее, посмотрите, как внимательно механики изучают строение автомобиля голландца. Это автомобиль Хино Йоши Сугавара, тот самый 77-летний дедушка, который тоже проехал этот ралли-марафон. Газ – это машина тоже, которая в чемпионате России едет на покрышках BF Goodrich без знака газели на капотной решетке радиатора. Но этот газ ехал, собственно, на шелковом пути 2018 года. Тоже здесь вон такие проплешины, удары. Много их было по ходу этого ралли-марафона. Андрей Рудской, которого вчера тащили на буксире, команда Супротек. Андрей, здравствуйте. А что у вас вчера все-таки было с машиной? Вчера топливо засорилось. Топливная система засорилась. Понятно. Ну как, быстро ее реанимировали? Не, полночи, блядь. Полночи? Больше не несу. Ну, вы, наверное, ее притащили еще поздно, да, уже? Понятно. Все. 10 притащили там. Сегодня таскали. Вчера были 4-й, вчера 5-й, сегодня 9-й.
Друзья, кстати, обратите внимание, что вот на таких спортивных автомобилях пишется еще и группа крови напротив фамилии каждого гонщика. Это важно в случае какой-то, ну, форс-мажорной ситуации, скажем так. Сегодня я, честно говоря, почти ничего не снимал. Ну, в принципе, снимать, наверное, уже особо и нечего. Мы действительно проехали этот шелковый путь. Он был интересный, да, Сережа? Да, он уж был интересный. Столько эмоций, вообще столько всего. Слуха, конечно, не земля. Мне очень понравилось, конечно. Было бы здорово в Монголию в следующем году поехать. Слышать, да? Ну, посмотрим, куда кто поедет в следующем году. Пока все. До следующей гонки. До следующей гонки, ребята.